МУР заявили, що невідомі диверсанти підірвали два літаки та вертоліт на аеродромі Чкалівський у Підмосков'ї. На цьому аеродромі, відомо, базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня та літаки-розвідники. У них заклали вибухівку. Враховуючи, що літаки судного дня призначені для евакуації найвищого військового керівництва країни, а також для управління збройними силами в умовах війни, зокрема ядерної, як би ви тоді назвали, ось, і враховуючи ті міри безпеки, які там передбачені, як би ви назвали цю спецоперацію? І чи була це спецоперація? Ну, однозначно, это спецоперация, раз подорвали самолеты. Вопрос, кто ее спланировал и выполнил. Ну, раз ГУР о ней говорит, и говорит, что это не мы, но это значит точно это их работа. Или, по крайней мере, одной из ветвей. Еще у нас несколько разведок есть, и служба внешней разведки, и контрразведка СБУ есть, и силы спецоперации есть, свои разведгруппы. То есть одной из наших ветвей было организовано такого рода действие, но уже именно непосредственные исполнители, либо это диверсионно-разведывательная группа, либо это внутренние силы, которые управляются какими-то процессами из наших, так сказать, центров. Это уже, я думаю, после войны об этом уже можно будет узнать. Это тоже ГУР, об этом доложит в свое время. Хорошо, отлично выполненная задача. Дело в том, что проникнуть на аэродром такого уровня очень сложно. В системы безопасности, которая особенно после широкомасштабного наступления, после того, как мы начали работать по глубинным районам России, она также усилилась у россиян. И мы ее обошли, то есть выполнили эту задачу. Но еще раз повторюсь, от партизан российских до наших спецслужб пока спектр может быть любой. Задействованы практически все сейчас механизмы для того, чтобы уничтожать военные объекты на всей территории России и планеты Земля. Дело в том, что мы имеем право по всем международным законам уничтожать любой военный объект страны-агрессора, где бы он ни находился, даже если его вместо яйца греет какой-нибудь пингвин в Антарктиде. Потому можно будет выполнять эти задачи, а уж тем более на территории России. И доказ тому, так це була атака на нафтобазу в Адлері. Вона стала найвіддаленішою на Чорноморському узбережжі. І відомо про те також, що перший безпілотник перелетів так близько до резиденції путінської у Сочі, за 25 кілометрів відбулася ця атака. Скажіть, будь ласка, виходить, що потрібно укріплювати резиденцію Путіна і там, у Сочі? Ну, не тільки Путіна. Дело в тому, що резиденція Путіна – це все-таки не дом відпочинку. Це серйозний воєнний об'єкт з укріпленнями, системами зв'язі, з определеними системами, допустим, хранение данных, ну и, естественно, с охраной, которая военизирована, значит, легальный военный объект, его, он точно будет уничтожен. И не только эта резиденция, любые резиденции такого уровня, это серьезные системные объекты, которые, ну, они в классификации одни из первых на уничтожение должны стоять. И если у нас появляется у нас появляются средства дальнего уничтожения с боевым радиусом, который достает до этих объектов, они однозначно будут уничтожаться. Механизм захода, механизм вскрытия системы ПВО, она там точно есть, уже будет подбираться непосредственно именно к этой системе, которая находится на этом направлении. Таких резиденций от Сочинской до Огарева, ну, очень много. Скажіть, будь ласка, а безпілотник був все-таки запущений з території України, чи міг бути і з території Російської Федерації? Не факт, що з території України, цього не потрібно. Якщо є достатньо кількість у нас груп або сфер влияння, направлень влияння, ну, звісно, неравнодушних російських громадян або громадян тих республік, на яких знаходяться воєнні об'єкти Росії, це можуть вони використовуватися, причому це оптимальний варіант. В России достаточное количество беспилотников китайских. Китай снабжает беспилотниками Россию вдоль и впоперек. Потому купить китайский беспилотник в России, даже собирая донаты с россиян, на вроде как беспилотник для фронта, его можно использовать для удара по той же резиденции. А любой беспилотник может, в принципе, нести боевое устройство для подрыва, для
поджига, ну или для выведения из строя. Здесь уже у кого какая задача или как работает фантазия. Сьогодні день новини від ГУРУ. Написали про те, що українські спецслужби, ймовірно, стоять за ударами по силах ПВК «Вагнер» у Судані. Удари були завдані за два дні після того, як вагнерівці доставили велику партію зброї до Судану. У ГУР сказали, що вони не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Колись Буданов говорив, і ви, до речі, теж про це говорили, що можна знищувати військових російських злочинців по різних куточках світу. Це може бути підтвердженням цього? І чи це реально взагалі? Ну, скорее всего, Буданов ставил задачу подорвать россиян в Судаке, а они не услышали правильно и рванули их в Судань. Ну и такое бывает, потому они сейчас не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот когда разберутся с передачей команды, проведут подтверждение, ну тогда мы услышим, кто конкретно, ну никто конкретно, по крайней мере, какая спецслужба выполнила такого рода боевую задачу. Однозначно в Африке, да, я же говорю, хоть в Антарктике и в расположении любого практически государства, где есть военные объекты россиян, мы можем их уничтожать. Механизмы могут быть разные. Романе Григорович, був приліт по ворожій військовій базі у селі Верхньосадове поруч із Севастополем. Також вибухи у Криму біля аеропорту Бельбек та аеропорту Кача були почутні. І відомо, що якраз у цьому районі нафтової гавані Вінкермані, там є нафтобаза Чорноморського флоту. Скажіть, будь ласка, якщо знищити нафтобазу цю Чорноморського флоту, що це означає, ну, для самого флоту Російської Федерації? Ну, нафтобаза, вона накапливает определенное количество топлива и расходует его в зависимости от заявки. Дело в том, что есть плавучие базы, которые, в принципе, понимают, что наземная база может быть уничтожена, есть плавучие. В принципе, это будет только такая, ну, мягко скажем, неспособность быстрой закачки топлива в корабли и в суда сопровождения или поддержки. Оно полностью не выключит механизм. Выключать механизм поставок топлива надо доставать до нефтебаз и баз на российском побережье Черного моря. То есть Новороссийске, там несколько есть баз, и систем перекачки топлива, вот их надо уничтожать. Вот по одной из такой систем мы ударили бэками, эта служба безопасности отработала, эти Си-Бэйби, которые удали по нефтяному маяку, так называемому. Это как раз вот такие системы перекачки и закачки топлива в плавучие уже базы. Поэтому надо комплексно подходить. Но я думаю, эти моменты однозначно сейчас приняты во внимание нашими спецслужбами, военно-морским флотом. НИИС ПАПА в последнее время неплохо работает, не имея практически флота, уничтожает флот противоборствующей стороны.